Звонит мне человек, мой партнер, парень молодой, и говорит: Олег Григорьевич, все, или. Мой спонсор не работает, мой спонсор укрывается от контактов со мной, я его упрашиваю мне помочь, я его убеждаю, чтобы он мне давал какую-то информацию, поддерживал меня, а он прячется, ничего мне не говорит. Короче говоря, я бросаю этот бизнес, потому что я рассчитывал, что он меня будет поддерживать, учить, советоваться я могу с ним, а он, козел такой, не хочет, я не знаю, может быть, у него какие-то обстоятельства, но он хитрый, я ему не верю, все, я ухожу. С катертью дорога, сказал я. Уходишь? Вали. Вали, твое личное дело. Он говорит: как это вали? Что значит уходи? Вам что, все равно? Я говорю: а что ты хотел от меня услышать? Что ты хотел от меня услышать? Что ты обиделся? Я обиделась? Лолита пела: я обиделась. Че ты обиделся? На спонсора обиделся, что он не работает, что он себе не зарабатывает деньги. Ты скажи спонсору спасибо, что он рассказал тебе о бизнесе, что он тебя включил в тему, и ты теперь имеешь возможность зарабатывать деньги. А если он этого не хочет делать, то ты-то тут при чем? Нет, ну я же без спонсора, я же не могу. Не можешь — вали. Не можешь — найди себе спонсора. Поднимись вверх. Обратись к тому, кто выше стоит, еще выше, еще выше, еще выше. Ведь написано же в Библии: стучите, и отворят вам, просите, и дано будет вам, ищите, и найдете. И нигде не сказано: попросите один раз, и если не дадут, то сваливайте. Если откажут, то плачьте и уходите. Нигде так не написано. В реальной жизни не так. Тебе выпал шанс в хорошей сетевой компании, где люди зарабатывают деньги, преуспеть, разбогатеть, стать свободным. И ты на этом ставишь крест только потому, что твой спонсор – козел. Как ты говоришь, не работает, не хочет, ему не нравится, он раздумал. Что он бездельник, он лентяй, да он беременный, да мало ли какие у него проблемы, у твоего спонсора. Вот бы твои партнеры требовали бы от тебя, чтобы ты работал. А ты не хочешь сейчас. Это надо понять. Спонсор вам нужен не для того, чтобы нос вытирать и тащить вас по этой жизни, а для того, чтобы подписать вас. Рассказать вам об этом, прийти и сказать: вот это есть, хочешь — вперед, не хочешь — до свидания. Вот, спасибо спонсору, слава Богу, что он есть. А дальше пробивайся сам, найди себе спонсора. Любой вышестоящий, кто хочет заработать денег, любой вышестоящий, кто с мозгами, любой вышестоящий, порядочный, умный, думающий сетевик скажет: о, парень подо мной хочет работать, конечно, мне надо ему помочь. Какие у тебя, друг, вопросы? Если вы задаете ему серьезные вопросы, а не требуете, чтобы он вам сопли утирал по всякому пустяку, то тогда он будет с вами дело иметь. А если вы будете конючить, ныть, плакать и страдать, и портить ему настроение, то он будет как от холеры, от чумы от вас прятаться. Поэтому надо еще разобраться, кто виноват и кто прав. Очень тонкая тема, но абсолютно простая и совершенно однозначно трактуемая. Спонсор, еще раз повторяю, нужен только для того, чтобы он вас подписал, и слава Богу. Если он еще вас и учит, если он еще с вами возится и помогает, и поддерживает, ну это вообще счастье. А если нет, тогда, значит, если вам нужна поддержка, обратитесь к вышестоящему. Стесняться не надо. Думать, что кто-то великий, точно такой же. И чем
сильнее, умнее, перспективнее, опытнее человек, тем с большим пониманием он отнесется к тому, кто снизу пробивается за помощью. Он понимает, что вот из таких вот упертых, вот из таких цепких ребят, которых кто-то бросил, и поднимаются лидеры, которые дадут ему чек или прирост к его чеку. Вас таких ценят. Нас всех, кто бьется в этой жизни, ценят. Сверху смотрят, снизу смотрят и ценят. Поэтому просите, и дано будет вам. Стучите, и отворят вам. Ищите, и найдете. Долбась, пока не получишь. И спасибо спонсору всегда, даже если он и свалил. Даже если он перестал тебе помогать. Даже если он нехороший. Все равно спасибо, что он открыл тебе эту дорогу. Потому что главное было вам узнать об этом бизнесе. А теперь вы спонсор. Поставьте себя на его место и двигайтесь вперед. Я желаю вам удачи. Никого не бойтесь, мы разбогатеем. Вперед!